Что происходит? Просто игра в Undertale. Я сражаюсь с Папайрусом. О, да, я победил его. В смысле победил? В смысле, убил его? Слушай сюда, мудила! Undertale — это игра про любовь, мир, счастье, прощение, про те вещи, на которые ты прямо сейчас наплевал. Ты будешь играть мирным путем, единственным путем. Иначе я убью твою семью, я убью твою мать, я убью твою собаку, я уничтожу все, что ты любишь. Undertale ведь про любовь. Ты не веришь в любовь? Да я, блин, убью тебя. Эй, чувак, это же просто игра. Это не просто игра. Это больше, чем игра. Это тест на мораль. Это тест на человечность. А у тебя ее нет. Так что умри! 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 Ха-ха-ха! Умри! Переведено и озвучено Даби Краби. Ах ты, блин! Ау! Можно потише? Я тут типа читать пытаюсь. Ты чё такое? Ты цветок? Подсолнух, и на этом спасибо. Вот же тупой. Мне нужна твоя помощь, свалившись с горы, я не могу обратно залезть! Писал на ходу? Откуда ты? Как думаешь, как я сюда попал? Ау! Все равно ты говорящий цветок! Ну а ты маленький жираф! Я вообще-то бесполое дитя. Ха! Что это значит? Хэйзы вообще. Это у хипстеров что-то? Я дитя такой, против меня нет приема. У тебя с башкой проблемы. Знаешь, когда жираф рожает, ребеночек падает, голову об землю разбивает. Жестко. Я не жираф. А кто тогда? Чел из лего-фильма? Нет, я... О, я понял, ты несуществующий персонаж Симпсона. Ну я бесполый. Или расистский азиат. Я бесполое дитя. А как ты размножаешься? Я хэзэ вообще, я ж дитя. Смотри, простыми словами, вот у нас сосиска и пара губ. О чем ты вообще? Он может быть экшенменом. Ты экшенмен? Наверное. В смысле, наверное? И я люблю экшен-фильмы. Нет, хватит. По моему анализу, ты асексуальный, бесполый, пансексуальный хиппи-вырдок из Тамблера. Ну да, похоже на то. А, по крайней мере, ты не отрицаешь, а то это отобрало бы мою уникальность. И боже, не дай бог, я почувствую себя особенным. Сложно. А это значит, что ты... Жираф! Чувак, я не жираф! Где я? Ты проснулся. А? Я вернул тебя домой. Тебя тут ждали. Что? Моя работа закончена. Пакета, мой друг. Здоров. Переведено и озвучено Даби Крабик. Не позволяйте мешкам под глазами заблуждать себя, браток. Я люблю каждый день работать здесь в гламбургере. Что может быть лучше обслуживания с улыбкой? Беги! Вали от меня подальше! Черт возьми, мы на мосту! О боже, я падаю, у меня столько всего, ради чего стоит жить! Это было... трагично. Не так трагично, как твое лицо! Эй, остынь, это было неуместно. Твое лицо неуместно! Приветик! Где тебя носило? Ну, знаешь, посмотрела кино, выпила кофе. Я тоже хочу кофе! Да, я мог бы тоже пойти попить кофе. Тебя никто не приглашал, сукин ты сын! Эй, смотри, это динозавр отброс! Он должен мне 20 баксов! Лео! Эй! Эй, Лео! Ра-ра-ра-ра. Что, черт возьми, он сказал? Без понятия! Вау-ви! Это что, человек? Не, это камень. Ау. Погоди-ка! А это человек? Ты не очень разговорчива. Ну ничего, так как сюрприз, головоломка, не-хе-хе. Смотри, электрический пол. Одно неверное движение, и ты поджаришься, не-хе-хе. Ты врубил головоломку, брат? Ах, делай, что должен, человек. Не-хе-хе. Помилование. Слушай, мне нужно... Бери свой лучший костюм. Мы идем на свиданку. Свидание для чайников. Посмотрим, что предлагает нам книга. Да? Да! Я возьму спагетти! Ваш брат очень навязчив. Что тут сказать? В этом и прикол скелетов.
Yeah.